кем бы заняться в воскресенье в 10 утра. И это принесли вот такой вот велосипедик. Значит, что здесь у нас есть? Резьба сорвана полностью. Соответственно, вот эта гайка упорная, она вообще никак не держится. Я эту гайку сейчас привариваю к звезде. Зачем я это делаю? А дело в том, что посадочное место под звезду, большой-большой шестигранник, оно полностью разбито. Соответственно, сейчас звезду я буду приваривать к валу. То есть велик должен хотя бы как-то ездить. Вот сейчас будем это организовывать путем сварки. Заднее колесо настолько в плохом состоянии, что я не могу даже гайки открутить. То есть оно как бы крутится, и ладно. То есть у нас такой минимальный ремонт с помощью сварки и литола. Полностью разбитые шлицы, на которых вот этот вот шестигранник держаться не хочет. Поэтому только сварка. Ну и все, вот этот маленький велосипедик Max Pro, вот так вот похабно приваренной звездочкой, обваренной кареткой, будет теперь ездить, 100 кг он выдерживает, и еще сезончик он вполне себе на литолии покатается. Но заднее колесо ему хана, гайки настолько сильно заржавели, что я даже не могу его подвинуть и настроить, просто залил масло.